Друзья, приветствую вас на своем канале, и сегодня предлагаю интересное базовое переплетение спицами. Если мы вычленим взглядом определенный участок из общего фона узора, то поймем, что это по сути обычные косички восьмерки, связанные немного определенным образом под определенным углом. Делаем накиды, перекиды, и получается такой эффект. Ну ладно, давайте переходить к мастер-классу. Раппорт в составе 3 петли и 4 ряда высоту, пряжа в образце Альпина Марта. Переходим, все внимание на экран. Первый ряд раппорта. Кромочная, провязываю 3 петли вместе, лицевой за заднюю стенку, получившуюся возвращаю на левую спицу, и из нее вывязываю 3 петли. Следующим образом: лицевая, накид и лицевая петля. Повторяю. 3 петли провязываю вместе, лицевой, получившуюся возвращаю, и из нее 3 петли вывязываю: лицевая, накид и лицевая петля. Вяжем так первый ряд до конца. Второй ряд. Кромочная, изнаночная, лицевая петля и изнаночная петля. Повторяю. Изнаночная, лицевая и изнаночная до конца второго ряда. Изнаночная, еще раз лицевая и изнаночная петля. Третий ряд провязываем по узору. Кромочная, лицевая, изнаночная и лицевая. Повторяю. Лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля, лицевая, изнаночная и лицевая. И у нас остается заключительный четвертый ряд. Его мы провяжем также по узору: кромочная, изнаночная, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая петля и изнаночная. Друзья, но ведь правда, что узоры складываются из абсолютно простых манипуляций, и я уверена, что эти структурные косички обязательно пополнят ваши копилки. Не забывайте это сделать, а также жду лайков, позитивных комментариев и обязательной подписки на канал, если вы до сих пор не подписаны. Желаю вам всего самого наилучшего и скоро увидимся!